Дорогие друзья, нет, это не реклама казино онлайн «Три семерки». Это новый выпуск мужского онлайн-журнала «Зверь ТВ». Мы продолжаем шествовать по миру с нашим мужским онлайн-журналом, продолжаем набирать обороты и двигаться к первенству. И ты двигаешься к нему вместе с нами. Сегодня мы устроим формат, который, я думаю, вам приглянулся. Это очередной еженедельный дайджест с главными новостями, темами, которые мы выбрали и которые вы отправили в личном сообщении на наш почтовый ящик. Будем затрагивать те темы, которые вас интересуют. Охватим две, может быть, три темы. Маленькие, лаконичные, но предельно очень важные. Итак, мы начинаем. Первая тема нашего еженедельного дайджеста сегодня, назовем ее так, рамки. У кого-то рамки вот такие, а у кого-то вот такие. Были у кого-то маленькие и белые, а у кого-то большие, мать их, и черные. А мы поговорим сегодня о больших рамках современных, настоящих людей. Итак, что я хочу сказать. Кто-то держит свое сознание в рамках небольших, не может себе позволить сказать, заявить то, что он действительно думает. Итак, мы говорим об этом. Это очень глубокий, весьма сложный диалог. Как себя вести, как себя позиционировать, как себя ставить. Мы много с вами об этом уже говорили в прошлых роликах, они есть в плейлисте. Я не буду повторяться. Мы говорили о тех людях, которые ведут себя повседневно, живут по модели, приходят домой, варят пельмени, разогревают сосиски, ложатся спать, спят по режиму, не приносят пользы. Что там миру, даже самому себе, которые живут, так сказать, во вред. Знаете что, мне кажется, я вас к этому не то чтобы призываю, но тем не менее, нужно отодвинуть, сорвать и разрушить нахер рамки. Нужно по жизни уметь использовать жесткую и конкретную аргументацию. Надо не бояться просто, когда тебя поливают грязью и типа по принципу подставил одну щеку, ударили, подставил другую. Нет! Нужно конкретно собеседника бить в самое больное и уязвимое место. Забудьте о том, что людям нельзя говорить то, что ты думаешь. Говорите то, что вы думаете, только, естественно, не тупо, чтобы нарваться на приключения или какой-то мордобой стульями. Говорите четко, давите в больные места. Не бойтесь это делать. Вас с самого рождения учат чему? Типа, не говори людям грубости, уважай окружающих. И что получается на деле? Вы живете по модели, уважаете окружающих, а вас не уважает никто. Ну, грубо говоря, в редких случаях может, конечно, но это просто видимость. Вам могут что-то сказать, вас уязвить, проявлять к вам какое-то двойственное поведение, пытаться подъебать вас между слов, а вы в ответ, типа, ведете себя уважительно. Ну, нет, я так не считаю, я с вами не согласен. Нет, если вам говорят хуйню, если вам говорят говно, в ответ нужно бить в самое сердце. Только здесь очень важно. Нужно не тупо матом послать нахер к такой-то матери, если вам сказали. Нужно убить собеседника в самое сердце, бить его по слабым местам. Если у вас противник, либо тот, кто в определенной среде питает вам негативные эмоции, вы с ним сталкиваетесь в каких-то рабочих моментах, каких-то еще моментах, не обязательно напрямую бить там по лицу, да, потому что это нужно делать за пределами социального пространства. Не обязательно им просто как-то вести себя мудро, позиционироваться как человек. Нет, не надо. То есть, кто вас этому научил? Это все издержки 21 века. Этот, конечно, канал посвящен 21 веку, мейнстриму, самоактуализации, интеллектуализации.
как-никак. Но, тем не менее, он еще и посвящен тому, мы с вами об этом говорили в прошлых видео, что нужно балансировать. Самое главное в любом деле – баланс. Это баланс между какой-то звериной частью человека, да, первобытной, той частью человека, которая бежит с копьем, так, за тушей или на лошади, чтобы добыть себе, черт возьми, поесть. И другой – это современная обстановка, зарабатывание денег, занятие бизнеса. Самое главное, чтобы быть успешным – это балансировать. Мы с вами говорим об этом каждый гребаный ролик. Это то, что я вам пытаюсь донести. Трачу тут свои силы и здоровье, чтобы донести к вам эту информацию. Поймите, самое главное – баланс. Не слушайте людей, пусть даже представительных, пусть даже с достатком, которые говорят, ну, надо поговорить, ну, надо разбираться. Не откладывайте на потом. Есть запрос, нужно разбираться прямо сейчас, не отходя от кассы. Номер один. Понятно? Итак, изучайте собеседников, смотрите на их слабые места, собирайте информацию, соберите информацию о их семье, о их близких, об их детях, об их родственниках, об их гребаной собаке, если это понадобится. Собирайте информацию и бейте в самое сердце. Это искусство, этому надо учиться. Возьмите на примере, а даже то, что у нас сейчас во вкладке в тренде номер один, это пресс-конференция новая к предстоящему бою Конора Макгрегора, да? Не будем говорить, кто прав, кто виноват. Оставим это критикам, оставим это людям из публичной среды, которые делают обзоры на спортивные мероприятия. Мы сейчас говорим о моделях построения поведения. Посмотрите на Конора Макгрегора в этом ролике. Что он сделал? Он подготовился, так сказать, к диалогу. Он собрал информацию. Конечно, можно оспаривать ее подлинность, либо неподлинность, но посмотрите на него. Он собрал информацию об окружении, о близких, о семье. Можно долго говорить, насколько это было морально или аморально. Это дело этих людей, они решат свои вопросы на ринге. Мы говорим просто на примере о том, как строится диалог. То есть человек подготовился, использовал информацию и вылил ее. И даже под конец, когда произошла битва взглядов, да, он, когда менеджер Али Абдель-Азиз, да, соответственно, попытался ему что-то сказать, между ними завязалась какая-то перепалка, он ему дал понять, что он знает о нем много чего. И говорит, дружище, помалкивай, я все о тебе знаю. Ты представлял какую-то группировку, занимался незаконным делом, да, так сказать, видите, он использовал оружие и заткнул собеседника. То есть используйте, собирайте информацию и бейте, если это надо, грубо говоря, ниже пояса. Но, конечно, не в драке, в драке ведите себя достойно. В беседе, чтобы победить, нужно использовать все аргументы, бейте в самое сердце, доминируйте, как говорится, и унижайте. То есть это построение любого диалога. Но чтобы это сделать, чтобы уничтожить морально собеседника, чтобы он просто после диалога с вами сидел после ваших слов просто такой охеревший весь вечер и не знал, что ему сделать, выпить, покурить, чтобы прийти в себя, чтобы он просто был в таком вот ступоре, да. Нужно собирать информацию и отодвинуть рамки. Забудьте тому, чему вас учили в школе, что нужно относиться уважительно, неуважительно. Уважительно относиться, конечно, надо, но не к тем ублюдкам, которые каждый день вас окружают, где-то в рабочей среде, какие-то там дальние коллеги по работе, на каком-то предприятии, не те, которые пытаются вас подъебать. Этих ублюдков нужно ставить на место. И нужно уметь ответить не обязательно с матом или с ненормативной лексикой. Нужно ответить коротко и лаконично так, чтобы собеседник заткнулся. Это искусство разговаривать, искусство собирать информацию, анализировать. А для этого нужно развиваться. Нужно читать книги, смотреть правильные передачи, изучать человеческое строение, психологию, человеческое сознание. Поэтому, чтобы достойно быть соплеменником Hardlock Зверь ТВ, собирайте, актуализируйте, занимайтесь поиском информации. Как говорят в наше время, собирает информацию, кто ее имеет, тот владеет миром. Это даже важнее, чем деньги. Учитесь собеседника уметь охладить одной фразой, одним колким словом или одним коротким лаконичным предложением. Учитесь разговаривать.
Самое главное, балансируйте, развивайте в себе темную сторону. Поймите, никогда не будет успеха. Да, конечно, у вас, возможно, будет успех. Но смотря, какой вам успех нужен. Если вам нужно, чтобы вас говорили, вот это отлично, это хороший парень, не всегда формулировка «это отличный, хороший, культурный, интеллигентный парень» значит то, что вы добиваетесь своих результатов. Знаете, я заметил, что чаще всего, если спрашивают, а кто этот парень? Это гребаный мудак, ублюдок. Вот как правило, когда вас говорят так, то это значит, что ваши дела идут действительно хорошо. А дела должны идти хорошо, иначе зачем вы на этом свете? Вы же не для того, чтобы дела шли плохо, вы для того, чтобы быть эффективным, достигать собственных результатов. А для этого порой приходится идти на крайние меры и переходить рамки. Вот для этого вы существуете, для этого ты существуешь. Поймите это очень важно. Развивайте в себе темную сторону. Это широкое понятие, мы будем долго о нем разговаривать. Но это одна из тех вещей, чтобы уметь ответить и не побояться сказать те слова, которые только люди где-то в подсознании думают, но боятся озвучить. А ты не побоишься озвучить, ты их скажешь, чтобы любой собеседник заткнулся. Об этом мы говорим. Это тема нашего эфира – разрушение рамок. Нужно забыть, что это аморально, не аморально. Это не важно. Главное, это победа любой ценой. Цель оправдывает средства. И не надо думать о своей характеристике, что это ублюдок, это мудак. Наоборот, знаете, когда вы ублюдок или мудак, или как кто вам говорят о вас, это, кстати, освобождает вас от лишней ответственности. Потому что хорошими людьми, знаете, там им все время пользуются. Сидишь за зарплату, допустим, ты там за 30 тысяч, да, и работу все навешивают. А почему? А потому что ты хороший парень. А если знаешь, что это мудак, да он нихуя делать не будет, нет смысла ему давать, то решение не будет. Будут ездить. Поймите это наконец. Нужно как бы уметь озвучить свою позицию, показать, не давать на себе ездить, развить темную сторону, не побояться иметь отрицательную характеристику. Знаете, как говорил один человек, очень хороший, скажем так, публицист, сначала нужно как следует себе хорошо испортить репутацию, чтобы не думать о ней потом вообще. Но это нужно сделать правильно, конечно же. Мы, естественно, не говорим о том, чтобы вы казались как посмешище. Не нужно быть посмешищем. Вы должны уважать, бояться и остерегаться. Это очень важно. Правильно развивайте в себе темную сторону. Делайте это правильно. Делайте это так, как нужно. Балансируйте. Но все же я считаю, если говорить в статистическом плане, я считаю, что темная сторона должна преобладать. То есть, как правило, самые эффективные люди – это у кого 50 на 50, темная и светлая сторона. Я считаю, что где-то 75 на 25. Должно быть 75 темный, 25 белый. Это моя статистика, принципы, по которым я живу. Нужно развивать в себе. К сожалению, сейчас такое время, не получится быть хорошим парнем. В наше время реально приходится выживать. Это жестокое время. Везде. А политики тебя пытаются наебать. Твой начальник тебя пытается наебать. Бабы стали просто пиздец, пытаются тебя наебать на каждом шагу. Всем нужно коротко, но лаконично, не переходя рамки, чтобы не потерять статус, либо не потерять рабочее место, либо чтобы не потерять какие-то льготы. Но тем не менее, всем нужно показывать на те моменты, что ты понимаешь, что ты осознаешь, и что тебя так просто обмануть не придется. Не важно, что тебе думать, что тебе важно, получать хорошую зарплату, не задерживаться, чтобы на тебя не навешивали лишнюю работу, или тебе важно иметь какую-то там репутацию какого-то хорошего парня, на котором ездят. Да поймите уже, все политики, работодатели, ваш начальник, это все манипуляторы, у которых темные стороны, блядь, да не на 75, а на 150%, которые только строят хорошие образ, пытается взывать к твоей какой-то типа человечности, но ведь все твои друзья задержались, ты тоже должен задержаться. Твой рабочий день с 9 до 6, ты встал на низком старте, ушел домой, да? Они задержались, у тебя не важно, скажи, у меня дела, у меня вторая работа, все что угодно, я не могу, у меня свидание сделать, у меня запланирован секс. Так, чтобы тебя не могли оставить. Вот как раз впереди вот эти рамки. Побойся то, говорить, что боятся другие. Другой человек, даже если ему надо как-то убежать с работы, он скажет, ну да, там мне там нужно еще что-то. А ты скажи, не могу, у меня запланировано свидание. У меня сейчас будет интимный акт. Вот какими-то такими умными словами. Скажи, у меня сейчас интимный акт. Буквально через полчаса, извините, я не могу задержаться. Пусть ребята работают, видимо, им доплачивают. Поскольку мне нет, я, пожалуй, пойду. Всем удачи, хорошего настроения. С вами был я. Пока. И все. Нахер.
пусть делают, что хотят. Это ваша жизнь. Не боитесь говорить и отставить свою точку зрения. Просто делайте правильно. Сейчас 21 век. Сейчас понятно, что кто-то что-то тебе не делает. Нельзя просто пойти и там стулом ему по голове трахнуть, да? Иначе пойдет там мудила такая подаст в суд или еще что-то. Но тем не менее, можно, используя силу слова собранной информации, силу того, что можете формулировать свои мысли, можно использовать вообще речевой аппарат. Это самый главный аппарат, который может вам помочь обосновать любую ситуацию в вашу пользу, да, любой конфликт, любые обстоятельства, отстоять вас в любой ситуации, понимаете, это искусство грамотных юриспруденсов, то есть и так далее. Для этого нужно развиваться, чтобы грамотно говорить, нужно слушать грамотных людей, а не смотреть хуйню какую-нибудь типа «Версуса дома», да, нужно смотреть нормальные интеллектуальные передачи, нужно смотреть по телевизору, если вы тем не менее его смотрите, но не хрень какую-нибудь, Познера хотя бы посмотрите, мать его, не надо хрень какую-нибудь смотреть, да, там по непонятным каналам. То есть нужно развивать речевой аппарат, интеллектуальный аппарат и изучать, анализировать собеседников. И самое главное, чтобы быть эффективным, разрушать рамки своего мышления. Забудьте о тех представлениях о добре и зле, о которых вам говорили в детстве. Это все говорили по книжкам, которые писали люди 100% развитой темной стороной, чтобы использовать человечество в своих целях. А это ваша жизнь. Вам не нужно, чтобы вас использовали в своих целях. Вам нужно жить для себя, чтобы достигать своих результатов и заботиться о своем окружении и о своих близких. Поэтому не дайте себя обмануть, собой манипулировать. Не будьте обманутыми. И подписывайтесь на мужской онлайн-журнал «Хардвлог Зверь ТВ» в выпуске каждые 2 недели. Дорогие соплеменники, не забывайте о присутствии в вас настоящего зверя. Не забывайте свое нутро, свою природу. Не забывайте то, что вам принадлежит этот мир. Он принадлежит не тем, кто хочет вас обмануть, манипулировать. Все принадлежит вам. Ситуация принадлежит вам. Рабочая атмосфера принадлежит вам. Женщина принадлежит вам. И вы должны всем показать, кому принадлежит этот мир. Друзья, присоединяйтесь к нашему закрытому клубу мужского онлайн-журнала, интернет-площадке номер 1 на русском языке о самоактуализации, повышении своих эффективных качеств, повышении своих личностных качеств, настоящего личностного роста. Подписывайтесь на Хардвлог Зверь ТВ.